В Рязанском медицинском университете стартовала научно-практическая конференция «Мещерские встречи». Это довольно представительный научный форум, ведь на него съехались специалисты-медики из центральных регионов России, чтобы обсудить наиболее актуальные теоретические и практические проблемы, стоящие сейчас перед медицинским сообществом. В «Мещерских встречах» принимают участие многие специалисты вуза и, конечно же, практического здравоохранения области. И мы надеемся, что тот большой, богатый опыт, который наработали специалисты разных областей России, будет востребован и практическим здравоохранением тоже. И для вуза, в частности, это тоже хорошая веха совершенствования своей работы со студентами. Такое мнение разделяет и замминистра регионального Минздрава Елена Большакова. В своем приветственном слове к участникам научного симпозиума «Мещерские встречи» она подчеркнула необходимость улучшения врачебной помощи, в том числе и высокотехнологичной. В Рязанской области есть чем поделиться, поскольку выстроена система управленческая, система оказания медицинской помощи трехуровневая, именно от профилактической медицины, диагностической, лечебной, реабилитационной, и пациент четко идет по маршрутизации от профилактической медицины до получения специализированной и высокотехнологической помощи. В программе научной конференции заявлены доклады по актуальным вопросам диагностики и лечения заболеваний внутренних органов, неонатологии, педиатрии и акушерства. Сейчас в Рязанском регионе, впрочем, как и во всей стране, создана трехуровневая система родовспоможения. И вместе с открытием перинатального центра докторам удалось добиться значительных успехов в выхаживании новорожденных детей. Нам очень важно видеть, как работают наши коллеги, как они добиваются тех хороших показателей, которые у них существуют. Ведь в Рязанской области произошло снижение младенческой смертности в 2014 году на 30% по сравнению с 2013 годом. Это очень хороший прорыв в работе, его нужно закрепить. Эти практики необходимо продолжать внедрять. В то же время есть пока проблемы с материнской смертностью. Надо делать определенные организационные выводы, учиться, обмениваться опытом. Мы сегодня здесь для этого находимся. Кстати, помимо научных исследований, участники конференции на своих секциях собираются обсуждать и организационные вопросы деятельности лечебных учреждений, чтобы медицинские услуги стали доступнее для простых жителей.